поиграю 4 прибита, если что. Ты зря ставишь на игру, тут 4 премьюта, это невозможно выиграть априори. Четыре премьюта. Тупо кайф, да? Хохлина, понятно. Так, сейчас я поищу его в своей бонлисте локальном. Нет, такого не находит. Какой же поиск в блокноте убогий. Так, открыть профиль. Скатаешь Steam. Ладно, понятно, Steam. Кайф. Пошли, Легион, мы же сильные. Мы же сильнее, чем Огр. Нет, я пошутил, мы не сильные. Я же зарофлил, чувак. Сильно катаю. Пацаны, игра еще не началась, мы до крипов проиграли линию. Надеюсь, он меня не под стрелку застанет. Опа, вы втыкляете ее, молодец. Че он спамит? О. А что за челик отлетит же? Он же отлетает, да? Че? А че ты решил не убивать его? Ну вы сами себя видите, чисто челик руинит. Когда он был не под башней, когда он был рядом с тобой, ты же мог ему сделать эту фигню и сделать ему 3 удара под ускорением. И у меня еще был полет. Ну вы видите сами, типа руинит. Типа ФБ на их керри уже был, но челик типа решил зарофлить. Найс, Кларити жрёшь. Такому даун я поиграю, потому что 4. Промьюта мне контрится. Ну, неправильно улетает чувак, зачем помогать? Кому да нафиг надо помогать, какому-то жалкому Фениксу, да? На! Легко для меня. Ну все, у меня хилки закончились из-за дауна, который я решил ФБ не делать. А он не мог его перетыкать?
третий первый возьмет, то победит линию сейчас. Вот сейчас он добивает крипы, получает третий. Ну и мы, в принципе-то, тоже можем сейчас вот эти игру получить. Этот челик в промьюте был, я вам сказал сразу. Убиваем их, мы сильнее на третьем уровне, у меня вторые птички есть. Молоток, чувак, красавчик. Тупо красавчик. Тупо все равно просрал ФБ. То есть на инвокере сделали в итоге, а не мы сделали, но все равно молодец. Тупо хоть так. На топ пошел, Скайрейф убьет вас сейчас. Осторожно. Фу, Мирана. Осторожно, Мирана с руной. Как-то подозрительно пошли крипы. Пошли, нападаем, у меня птички есть. Рейндж. Вышки, кайф. Зато челик у нас поможет со страйком. Видали, как он сон страйк дал в итоге? На челика, который был мертвый, которому некуда было деться. Челик шарит. Сейчас у меня последняя птичка, мне надо с Икарусом сбросить в террорбойда. Забей. Я промахнулся. Думаю, Мирана к нам сейчас придет. Леди Мирана. Что-то долго ему до пятого. Подозрительно долго. Perfect. Найс катаешь, да, он промьюченный. Найс мид ходишь. Найс не человек играешь. Чё, ждешь свой айтем, мы нападаем? Ну, что ты делаешь? Нападешь, да? Птички есть, типа. Угу. Да, он все. Сейчас он подойдет ближе, я прокачусь по нему. Он сейчас ошибется явно.
Был бы я пятый, и Огр был умер, конечно, так. Я ж попал той птичкой, на самом деле. Найс катаешь, типа челик, найс мид проигрываешь. Найс пятый уровень ходишь. Научишь играть потом? Ну вы сами все видите. Это второй нервный нокер. Ну там Скайрейв скоро опять идет. Потому что его раз видел инвокер. Инвокер, а как это значит, что ты слил в игру в соло? Расскажи мне. Всегда хотелось узнать мысль такого человека. Давай, я даже чат включу. И размьючу тебя. Ты мне расскажешь, как это. Слышишь, нокер? Найс, Мирон кидает стрелку. Слушай, мне нужно... Ничтожество. Я вам сразу сказал, что шансов выиграть нет. 4 промьюта в игре. Даун на мидере. Пятый левел бегает на 10-й минуте. С счетом 0-4 лол. Конечно, только меня надо прожимать. Никому больше нет, кто не сдался. Мирану. Мирану? Куда ты кинул? Видали? Вы это видели? Он не смог на всех кинуть. Он кинул вот сюда. Your top
Боже ты мой. Какой ты плохой, боже мой. Как же ты плох. И вот с таким мусором мне приходится играть. У меня тут будет халк. Можно убить его. Во, львов. Стоит, идет. Ты, Джиггер, лучше в АФК встань, потому что мы не выиграем. Видел, вот как этот челик голема сейчас поставил? Они же даже не отбегали, никто не отбегал. Тупо промахнулся големом. Не, опасно так бежать. Я уже за мной выехал. Она явно видит, что я иду сюда. Как ты так на стрелку набежал? Ну что с тобой не так? Что у тебя в голове творится? Боже мой. Да, Легион и Джиггернаут, типа, вы не выиграете. У вас, типа, руинер на миде и руинер, который големом не смог попасть в замесе. Он големом промахнулся. О чем разговор? Если человек големом попасть не может в замесе, когда все стоят и мидят яйцо, то играть уже смысла нет, априори. Когда мидер на 10 минуте, 5 уровень, 0-4, тоже играть уже смысла нет. Кто его? Регион. Ну давай убей, что ты стоишь, АФК. Понятно. А что, может дефать будете, нет, животные? Алло, дефайте. У всех ульты есть, у нас хорошая позиционка. Алло, животные. Найс, катаете, не люди. Скай меня выдрит. Из-за. Сейчас же модно. Блин, не стрёмно. Не реально стрёмно.
Рошана забирают. Пошли сами заберем. У нас все ульты есть. Все ульты готовы. Если мы навяжем драку в Рошпите, мы выиграем игру сейчас. Алло. Вызови своего дерьмодемона, Эдаона. И пойдем заберем Рошана. У нас все ульты. У нас есть голем, которым он опять промахнется. У нас есть моя ульта. У нас есть ульта Джиггернаута, прокаст Тенвокера. То есть вам насрать, да? Алло. Алло, Даун, что вы делаете? Ох, просто решили игру проиграть. Найс катаете, Даун. Но вы сами все видите, типа, те, кто видит эту запись, говорите, что нет, типа, скрытого пула, вот, ну, подтверждение. Типа, челики руинят специально. Тут все видно. Типа, не ли. Все. Я уже не играю, типа, я не буду играть. Я фиг останусь.